Тверской суд Москвы сегодня санкционировал на 2 месяца домашний арест в отношении главы компании «Мосметрохолдинг». Александр Смирнов обвиняется в хищении более 330 миллионов рублей, выделенных на строительство станции «Шипиловск». О домашнем аресте ходатайствовало следствие. Во время рассмотрения дела было учтено, что Смирнов раскаялся и дает изобличающие показания против соучастников. Несмотря на тяжесть преступления, в котором его обвиняют, суд дал согласие на подобную меру пресечения. Специалисты МВД и ФСБ установили, что 4 года назад в холдинге, который являлся подрядчиком строительства, была разработана схема, с помощью которой искусственно завышалась стоимость работ по оценке экспертов в 20 раз. А выделенные на оплату бюджетные деньги направлялись на счета подконтрольных фирм, которые выступали в роли субподрядчиков. Всего по делу задержано 6 человек.